В Твери определены объекты для ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом сезоне отремонтируют 70 улиц общей протяженностью более 61 километра. Ремонтная кампания пройдет в каждом районе Твери. По плану работы начнутся с улиц в Центральном и Заволжском районах. После ремонт продолжится в Московском и Пролетарском районах. Будет ремонтировано большое количество именно магистральных улиц, но также и ряд дорог, в том числе и в частном секторе. Также большая дорожная кампания предусмотрена в текущем году в рамках закона Тверской области, по которому выделено дополнительное финансирование. В частности, мы планируем отремонтировать Бурашевское шоссе, Старицкое шоссе, а также ряд других объектов, которые требуют ремонта. Интерактивную карту ремонта тверских дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» можно посмотреть на сайте администрации города Твери в разделе «БКД».